Всем здравствуйте, с вами снова на связи интернет-магазин antilife.com.ua. Сегодня я запишу для вас обзор на модель под названием iNew i2000. Модель одна из лучших в своем размере. Вот такая вот она внешне. 5,7 дюймов у нее экран, довольно-таки большая. Работает очень шустро, быстро, хороший заводской комплект. Давайте стандартно, как обычно, посмотрим, в какой коробке поставляется данная модель, какая комплектация у нее, и рассмотрим данный телефон далее поподробнее. Значит, в комплекте в данный момент у нас нет чехла книжки, поставляется USB кабель, зарядка, гарнитура и обязательно поставляется два аккумулятора. Аккумуляторы у нас емкостью по 2600 мАч, сейчас покажу вам. Обычно комплектация дополняется с оригинальным чехлом книжкой, но сейчас у нас его нету. Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону. Модель у нас имеет хороший дизайн, качественный пластик сзади, есть у нее вспышка, есть камера, логотип iNew. Это, скорее всего, муляж, вот такая вот сеточка, потому что динамик вот здесь. Снизу у нас стандартный USB разъем, микрофон. С этого бока у нас кнопка включения и качелька громкости. Тут нет ничего, кроме как дырочки для снятия крышки. Сверху у нас наушники. Ну а спереди смартфон имеет интересную сенсорную панель, меню, домой, поиски, назад. Сверху у него есть камера, есть ушной динамик, есть датчики света, датчики уха и тому подобное. Давайте посмотрим наш смартфон. В первую очередь, конечно же, начнем с программки Antutu, как обычно. В Antutu данная модель набирает порядка 12-13 тысяч баллов. Это стандартный показатель для процессора MTK6589. Игры идут отлично, ничего не глючит. Давайте посмотрим. Вот наш процессор. У нас HD разрешение экрана 720 на 1280. Также у нас доступно 1 гигабайт оперативной памяти. И в данной версии у нас 4 гига встроенных. Две камеры 12,6 и 5 мегапикселей. Это оба показателя, это интерполяция, то есть реальная оптика тут 8 и 3 соответственно. 4.1.2 Android у нас. Давайте посмотрим, насколько точек касания у нас экран в смартфоне iNew i2000. Как видим, 5. Они все работают хорошо, быстро, то есть ничего не глючит. Из основных датчиков, тех, что у нас есть в данной модели, это датчик освещенности, датчик приближения, есть полноценный акселерометр. Отлично у нас работает GPS в данной модели. Вот акселерометр наш. Ну, даже акселерометр можно проверять просто переворотом изображения. Дальше датчик приближения. Вот он работает вот так вот. Ну и, соответственно, датчик освещенности. Он у нас, я не скажу, что прям супер активный, супер адекватно работает, но данные меняются. Вот я закрыл пальцем, вот открыл, лампочка светит ему прямо на эти датчики, он показания увеличивает. Идем дальше. Перейдем к нашей прошивке. Мы этот смартфон, когда получили, мы видели, что модель одна из самых, скажем так, запиленных под Android. Железо очень хорошо отрабатывает. То есть вы можете видеть, что меню пролистывается максимально быстро. Нигде никакой доли глюка, ничего этого нету. Прошивка у нас русскоязычная, то есть единственная, вот у нас есть китайская софтина, одна штучка. Она нам абсолютно не мешает, все характеристики по экрану, все это полноценное на русском языке. Плюс есть в самой прошивке, ну, даже не заходя ни в какие, в инженерное меню, есть сразу же калибровка акселерометра нашего, а также калибровка ушного
датчика, когда мы подносим смартфон к уху, чтобы он, ну, бывает часто вот из-за этого даже люди просто самостоятельно сбивают, а потом пишут, звонят нам, что вот у меня тушится экран, как только я набираю кого-то. Идем далее, рассмотрим наш экран. Экран у нас, как я говорил, 5,7 дюймов, 1280 на 720. Давайте посмотрим, насколько это яркий экран, насколько классно отображаются у нас картинки. Постараюсь показать вам некоторые углы обзора. Углы обзора хорошие, но, скажем так, не максимальные. Четкость, цветность, цветопередача, все это отличное. На хорошем уровне выполнено. Экран довольно-таки яркий. Но, наверное, немножко не хватает экрану сочности картинки. В тех же моделях Zoppo 950+, которая в таком же размере поставляется, картинка, наверное, чуточку сочнее. Идем дальше. Что наш смартфон умеет делать? Умеет делать он практически все. Все зависит от поставленного софта на ваш телефон, на ваш смартфон. Он умеет работать с PDF-файлами. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот у меня есть PDF-файл. Загружать его можно в самых различных программах. Вот я попробую загрузить в этом. Вот у нас есть журнал про футбол в формате PDF. Все читается, все отлично просматривается. Плюс работает. Ну, не скажу, что идеально быстро, но все-таки это PDF-файл. Прогружается довольно-таки быстро, то есть комфортно можно смотреть, пользоваться. Идем дальше. Также у нас есть полноценная поддержка офиса, то есть это ни для кого абсолютно никогда не секрет был, что эти смартфоны умеют такое делать. То есть мы можем создавать любой стандартный Word-овский файл, также его редактировать, увеличивать и тому подобное, и потом сохранять, что угодно с ним делать. Так. Идем дальше. Я поставил просто программку Skype на смартфон. Я не регистрировался, не заходил в свой аккаунт. Я считаю, это просто не нужно. Все и так уже давным-давно знают и понимают, что эти смартфоны отлично работают с Skype, камерой. То есть работает и задняя, и фронтальная. Ну, для Skype нам нужна только фронтальная. Поэтому и в виде чата, и в виде видеозвонка все работает отлично. Давайте посмотрим, как наш смартфон работает с браузерами. Я подключен сейчас к Wi-Fi. Кстати, по поводу Wi-Fi, видите, у меня полная Wi-Fi роутер, у меня вот, которая та, это вот эта стена, которая рядышком, через стену в соседней комнате. Вот у нас прогрузился браузер. У меня прогружено тут несколько страничек. Наш сайт прогружен. Мультитач. Картинка работает довольно-таки быстро. Обновляем сайт, можно в такой ориентации. Обновляется он у нас долго, много графики на сайте. А может просто плохо синхронизирован с этими мобильными устройствами. Вот. Заходим на эту модель. Обзор, кстати, которого будет вот-вот уже, Zoppo C2. Так, идем дальше. YouTube. Опять же, не секрет, что YouTube будет летать, будет отлично работать. Потоковое видео загружается в формате HD. То есть это все без проблем. Громкость, ну, довольно-таки громкий смартфон, не испытываешь никакого дискомфорта при прослушивании. Они все на ходу сделают. Правда, колеса будут заменены кирпич. Также наш смартфон с легкостью воспроизводит любые форматы видео. То есть достаточно просто скинуть на смартфон INUI 2000 формат МКВ, файлик видео, и мы можем с легкостью смотреть фильмы,
и наслаждаться воспроизведением. Так, посмотрим вот этот вот. Все, что нужно, пролистнули. Практически все из того, что хотел показать, я уже показал. Плюс хочу показать, что в смартфоне, как я уже говорил, полноценный русский язык. И прямо в заводской прошивке есть полноценный рабочий Play Market, в котором можно сразу же регистрироваться и сразу же скачивать все, что хотите, все, что угодно. Вот он работает, можно загрузить любую игру. Можно платную, можно бесплатную. Загрузим какую-то вот такую вот. Вот он устанавливает их. Пошла загрузка. Скачивает. Скачивает очень быстро. Вот загрузка еще идет и здесь. И эта игра сразу же сейчас появится на вот этом вот рабочем столе. Вот здесь, наверное, появится. Установка приложения. Вот она. Все, она запускается, она играет. И посмотрим несколько игрушек хороших, таких популярных, с хорошей графикой, как они будут идти на нашем смартфоне. Давайте посмотрим еще, как работает у нас камера. У нас, как я уже говорил, довольно-таки хорошая камера, 8-мегапиксельная. Фотографии делаются быстро. А также у нас есть фронтальная камера. Вот примерно такие фотографии у нас получаются. Немножко смазанная эта фотография получилась. Это вот более такая хорошая. В целом все. Практически записал я обзор. Давайте подведем итог. Я считаю, что данная модель смартфона является одной из лучших в размере 5,7 дюймов. У нее присутствует отличный GPS, хорошие камеры, отлично запилена прошивка под данное железо. То есть запускаются любые современные игры, тот же Real Racing 3. Но я считаю, что практически не глючит эта игра, если не глючит вообще. Отличный экран, довольно таких... хороший угол обзора, немножко ему бы прибавить сочности, ну и так вы все видели, что в
вполне-вполне все на отличном уровне выполнено. Прошивка быстрая, не глючит, с завода можно сразу же пользоваться. Я даже не советую вам смартфон перепрошивать, что-то там сидеть с бубном делать. Я считаю, это все не нужно. Просто нужно покупать смартфон, ставить нужный софт, который вы хотите. Все будет на русском, все будет быстро летать. Комплект поставки уточняйте. Спасибо за внимание.